Слава богу, ты жив. Как ты сюда попал? Это было нелегко. Но хоть больше не было таких припадков. Повезло тебе. Эй, кажется, я нашел для нас транспорт. А заведется? Сейчас узнаем. Черт! Что ты делаешь? Отвечай, Кит! Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить «Зло внутри». Глава 12, поездка. О нет! И у нас босс, а у нас патронов нет. Не, я здесь умирать не собираюсь. Вот-вот. Надо что-то сделать, чтобы не умереть. Так. Давайте-ка. Давайте магнум выберем. Фу. Держи. Еще. И патрончик еще. Так, он какую-то дрянь там. Быстрей, быстрей, быстрей. Жми, жми, жми. Давай, да, Кит, давай, жми. О, он отстал. А, тварь. Так, ну хоть жизни немного отняло. Так, подбираем патроны, аптечки. А, у нас снайперка полная. Поворачивай. Снайперка полная, это... Не может не радовать. А, не вписался. Отлично. Не знаю, как долго мы здесь продержимся. Так, нам путь перекрыт. И что теперь? И что теперь? Я только что задал этот вопрос. Себастьян, один над нами. Берегись, у них динамит. Динамит? Жесть. Держи. Не нужен нам динамит. Один готов. Так, патроны. Враг справа. Держите. Следующий. Лезут и лезут, да? Блин, патроны-то нельзя так. В укрытие, они стреляют сверху. Ух ты. Держи. Ну-ка. Как так-то? Давай быстрее. Еще прут. Только не нервничай. Ну как тут не нервничать-то? Ох ты, еще с динамитом. А-а-а. Твари, твари. Отлично.
Сверху. Нифига их там. Да роняй ты эту бутылку-то уже. Отлично. Ну хоть Джозеф у нас метко стреляет. Давай это резчик. Так, так, так. Кто-то там застыл. Держи. Это было совсем близко. Да не то слово. Близко. Так. Отлично. Так, давайте-ка снайперку. Так, ну чтобы поменять-то, на магнумов у нас все равно патронов нету. Будем фигачить со снайперки. Держи с левой стороны. Да ну нафиг. Тебя-то еще не хватало тут. Ну, давайте. Где твоя голова? Черт. О, тварь. Так, не дергайся, не дергайся. О, опять там своих. Непонятно кого. Глистов выбрасывает. Да хватит тебе. Отвалите. Так, 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 аптечка. Держи. На, еще. Нравится? Давай, поехали. Отвали ты. Опять накидал тут своих червяков, блин. Так, патроны, патроны, быстрее берем. О, на магнум, отлично. Это было жестко. Джозеф, куда мы направляемся? У меня есть одна теория. Мы постоянно перемещаемся с места на место, словно по чьей-то воле. И сориентироваться на местности практически невозможно. Но свет психбольницы — маяк. Он всегда вдали. Эта штука, которую меня подключили, я видел ее в разных местах. Да, и я тоже. Похоже, она одна и та же, но точно не скажу. Я заметил, что каждый раз, когда я ее нахожу, маяк становится все ближе. Возможно, это совпадение, но, как я уже говорил, похоже, что всем этим кто-то управляет. Значит, по-твоему, мы должны направиться прямо в больницу? Точно. Отличная работа, детектив. Похоже, по правой стороне до больницы будет ближе. Джозеф, нет! Этого еще не хватало. Вытащи нас отсюда. Там скорая. Возможно, мне есть аптечка. Я пойду. Нет, я. А ты не подпускай их. Ну, как всегда, мы герой. Нам нужно идти в самое пекло. Так, давайте-ка перезарядим все.
Вон там ходит уже. Так, бежит, бежит сюда. Ух ты, у тебя еще пушка. Да сдохни ты уже. Что-то мечется. Такс, что там? Дробовик. Отлично. Что у нас есть? Так, давайте гарпун. Отлично. Что здесь? Ничего нет у нас. Блин, они все с пистолетами. И это напрягает. Гори. Отлично. 6 патронов. Хоть патрончики, блин. О, баночка. Хоть патрончики. Валяются. Я уже думал, будет совсем тяжело без патронов. Так, так, так. Эй, ребята, я здесь. Где там бутылка? Надо привлечь их. Я только что здесь видел бутылку, блин. О, спички пропустил. А, у нас целая. Ух ты! Блин, не получилось что? Да иди ты. Гори. Так. Давайте. Блин. Рядом кинул. Ну ладно. Давай сюда подходи. С динамитом. Это далеко, блин. Отлично, на магнум. По чуть-чуть, но на магнум подбираем. Хедшот. Там снайпер. Ох ты тварь, а! Так, там снайпер. Был. Здорово. Пока все идет нормально. Так, этот меня не видит. Ну-ка, отвернись.
динамитом. Отворачивайся ты уже. Отлично. Блин! Ну давай ты. Ах ты тварь. Надо ж так, блин. Придется использовать аптечку. Пока тишина. Давайте попробуем обезвредить. Отлично. Блин, какие я не люблю эти мины. Так, почти подобрались уже. К этой... к скорой помощи. Так, что, здесь у нас никого, ничего нету. Так, что там подобрать? О, здорово. Для себя аптечечка. Так, 24 фрагмента уже у нас. Кровоостанавливающее средство, вещество, способствующее свертыванию крови для экстренной обработки ран. В комплекте бинт для оказания первой помощи. Держись, Джозеф, я иду. О, жесть! Тяжелая артиллерия подъехала. Че, мы сможем его снять, нет? Нужно добраться до пулемета. Да. Так, а до пулемета мы сейчас доберемся вот так вот. Попробуем. Ну, держитесь. Вспомним. Call of Duty. Мясо. Еще прут. Здесь хоть... здесь хоть пулемет не перегревается. Так, что происходит? Ты где? С
сколько вас тут? О, жесть. Быстрее. Что, все, нет? Давай. Себастьян. Ой-ой-ой, крут. Держи. Ух ты! Ах ты, козёл, а? Ладно. Держите. И горите. Ах ты, тварь там. Ну-ка. Ё-моё, последний патрон, а? Ладно. Получи. Так, вижу зеленую жидкость. Это соберем. Что, все, они закончились? Похоже, что да. Надо выбираться отсюда, да поживее. Куда же вы беретесь-то? Придется таранить. О, машины-то я управляю. Сейчас тряхнет. Давайте-ка их подавим. Ради удовольствия. Просто. И Рубик. Что, друзья, эпизод пройден. Сегодня у нас получилась такая небольшая серия. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, а я со всеми прощаюсь, увидимся в следующем эпизоде. Всем пока!